Здравствуйте, коллеги! Сегодня я хотел с вами поделиться одним очень простым и эффективным способом обучения английского языка. То есть я хочу рассказать о том, как можно хорошо, качественно доучить английский язык, чтобы можно было легко пройти сертификацию и сдать все экзамены вот на английском языке и получить международный сертификат Cisco там, или Linux или Oracle и, собственно, найти хорошую работу. Так вот, большинство курсов, которые сейчас проводятся, они в основном людям внушают вот то, что люди не знают английский язык. Это плохо на самом деле, да? То есть мы все учились в школе, у нас английский был, в университетах английский был. И ну, не может человек быть вообще нулем, понимаете? То есть в основном проблема в том, что человек не знает какие-то термины. Вот, например, вы начали изучать кибербезопасность. Понятно, что там есть какие-то слова, которые, ну блин, они в школе не встречались, они, их не было в университете. Поэтому английский мы знаем все, это точно. В основном проблема в терминологии, в том, что мы что-то не, каких-то буквально слов не знаем. Соответственно, сейчас я хочу рассказать вам о том, как можно доучить нужные слова, как можно доучить нужную терминологию для того, чтобы, собственно, пройти сертификацию, чтобы получить международные сертификаты, ну и потом, соответственно, легко найти работу. Так вот, для этого я буду использовать LingvoLeo, и вот хочу поделиться с вами таким инструментом, показать, как он работает, показать, насколько это все эффективно, чтобы вы тоже могли вот это все использовать в своей жизни. Так вот, давайте приступим. Значит, ссылка будет в описании под видео, lingvoleo.com. Соответственно, нужно зайти на этот сайт. Дальше здесь нужно зарегистрироваться. Соответственно, я введу email и предложу сюда вот какой-то там пароль. Да, то есть вы вот сгенерируете себе это все дело. Я ввожу свой тестовый email и ввожу пароль. Значит, у меня здесь будет некий пароль. Так, нажимаю создать аккаунт, вот, и у меня, собственно, происходит регистрация. Дальше нужно заполнить небольшой профиль. Собственно, в этом профиле что здесь находится? Здесь указывается имя. Я ввожу имя Константин. Дальше я выбираю, что я Лев. Дальше я выбираю дату своего рождения. Да, это октябрь, так, какого-то там 81-го года. Так, что дальше? Дальше нажимаю «Ответить». И, собственно, нужно выбрать свой уровень английского языка. Значит, что важно? То, что я выберу самый худший вариант, например, у меня там нулевой английский. И дальше система будет вам предлагать различные варианты всяких уроков, бесплатных, это все бесплатно. А вот, соответственно, нужно выбрать хотя бы что-то, что вам интересно, какая музыка интересна, какая литература интересна. Вот, поэтому это все вот можно взять и там поотвечать. Вот такая вот интересная штука. Так, род деятельности, так, IT-технологии. Так, готово. Ну вот, собственно, я профиль свой заполнил и, соответственно, теперь могу пользоваться LingvoLeo. Значит, следующий этап, который мне нужен, это для того, чтобы я мог легко вот именно изучать английский, мне нужно установить дополнение. Оно находится вот здесь вот внизу, написано расширение для Chrome. Соответственно, я нажимаю и я себе установлю это самое расширение. Значит, здесь, собственно, ничего сложного нету, просто нужно вот нажать установить. И вот установить расширение, и у вас оно установится в ваш браузер, и, соответственно, должно появиться в браузере. Значит, да, вот все установилось. А настройки тут обычно все по умолчанию, значит, двойной клик по слову, будет показан его перевод. Вот, собственно, какие настройки. Да, есть произношение, можно еще проговаривать. Ну, давайте это дело все испытаем на деле. Значит, ну вот, например, пример. Какой пример? Это курс, да, вот дополнение ваше, расширение в Chrome должно появиться вот здесь вот, да. И вы должны быть залогинены. Залогинены, я вот залогинены, видите, да, то есть меня открывает мой аккаунт. Так вот, поехали дальше. Значит, у меня вот есть курс на английском языке. Cisco, кстати, предоставляет курсы на разных языках. Вот смотрите, я открыл. У меня курс по основам кибербезопасности доступен на немецком, английском, испанском, французском, японском, португальском, русском, украинском и упрощенном китайском. Соответственно, я, например, хочу выучить английский язык. Соответственно, для этого я вот открываю его на английском языке. И я хочу вот почитать вот небольшую подтему. Значит, по
по, значит, искусству защиты данных, и конкретно это будет криптография. Соответственно, вот текст на английском языке. Да, здесь могут быть слова, которые я не знаю. Ну, это нормально, что для меня там криптография или для вас криптография – это какая-то вот наука. Да? Соответственно, вот я, например, не знаю слова там chiffers, там, да, что это такое. Вот. Давайте попробуем выделить. Вот. И, соответственно, сразу система предлагает перевод. Значит, можно нажать, и будет произношение. Так, так, звук. Сейчас мы звук включим в компьютере. Если звук, звук, ну, наверное, вы не слышите, потому что петличка используется. Ну, и я могу дальше выделить это слово, и оно появится у меня в словаре. Смотрите, ваш словарь обновлен. Соответственно, слово автоматически появляется в словаре. Давайте еще какое-то слово, там, например, plain text. Что такое plain text? Вот, вот это незашифрованный текст. Вот для меня это слово незнакомо, да? Соответственно, я его могу нажать и добавить в словарь. Давайте третье слово какое-то добавим. Так, ну, example. Ну, не знаю, тут слова все школьные на самом деле. Так, varieties, depending. Вот, depending, например. Там, да, вот какое-то простое слово вы не знаете. Соответственно, что сделать? Да, вот есть недостаток. Вот нельзя, например, вот если внизу страницы, да, то плохо добавляется. Значит, нажимаем добавить. Все, ваш словарь обновлен. Прекрасно, коллеги. Давайте я вернусь в свой профиль на LinguaLeo и, собственно, посмотрю, где у меня это все дело. Вот в дашборде. Значит, в дашборде здесь есть, собственно, словарь. Так, где тут словарь? Тематические курсы. Учиться. А, вот словарь сверху, да. Значит, словарь сверху. И в словаре должны быть те слова, которые я, собственно, сегодня только что добавил. Да? То есть, вот, например, depending, зависеть, там, да, зависимость. Дальше, plain text мы с вами добавили. Вот, вот три слова мы добавили, да, вот, собственно, все это есть в словаре, и это прикольно, это классно. Значит, следующий этап, коллеги, следующий этап, это нужно себе на телефоне установить приложение. Вот здесь вот в самом низу, вот есть ссылки на App Store, есть ссылки на Google Play, поэтому можно поискать LinguaLeo в Play Market и себе его установить. Значит, сейчас я разблокирую телефон и, собственно, себе установлю это приложение. Или оно у меня уже установлено. Значит, оно у меня уже установлено. И, соответственно, вот мое приложение LinguaLeo. Я его тоже запускаю здесь. Вот, и посмотрим, что дальше происходит. Значит, соответственно, здесь нужно войти в аккаунт. То есть у меня аккаунт уже есть. И, соответственно, я хочу в него войти. Значит, нажимаю «Войти в аккаунт». И, соответственно, так, нужно ввести этот, как он называется, email, так, nsobaka.com. Так, оператор, я попрошу переключить камеру для того, чтобы вот юные хакеры не видели мой пароль. Так, я нажимаю «Войти». И, собственно, дальше происходит идентификация, коллеги. Прекрасно, чудесно. Я зашел, собственно, в приложение. Что интересно, то, что вот здесь вот снизу тоже есть словарь, обратите внимание. И здесь, собственно, вот мои слова должны быть. Значит, мой словарь, это справа, слева вверху, я нажимаю на него. И вот смотрим, что у меня вот, собственно, это дело. Вот depending, да, вот все это дело кричит, это классно на самом деле. Depending. Прекрасно. Plain text. Ciphers. Прекрасно, коллеги. Значит, все это дело можно вот так вот изучать. Значит, зачем ставить приложение? Значит, в чем важный момент? Дело в том, что когда вы ставите приложение, то это позволяет, телефон вас начинает задалбывать. То есть каждый день он вам пишет. Разомни лапы, ты выучил английский на 1%, давай доучи то, что ты не знаешь. И, соответственно, вы берете и доучиваете. Мало того, что можно не просто знать английский, а еще потренировать произношение. А вот это на самом деле очень-очень классно, потому что, например, изучая там курс «Основы кибербезопасности», я себе в словарь добавил там 197 слов. Это те слова, которые я не знал.
Да, я их изучил, перевод, произношение не тренировал, а что-то тренировал, да, то есть тут зависит от вас. В Lingualeo есть очень много всяких бесплатных курсов, там, например, если вы 25 дней подряд заходите и тренируете свой английский, то вы получаете скидку там 60%. То есть вот такие простые инструменты, но они очень сильно помогают вам выучить английский язык. И, соответственно, я вам рекомендую этими всеми инструментами пользоваться и доучивать. Английский знают все. В основном кто-то не знает какие-то там простые термины, которые обычно в жизни не употребляются, как, например, вот криптография. Да, это специфическая область математики, поэтому с этим вот тяжеловато. Но, тем не менее, можно простым способом это дело доучить. Соответственно, коллеги, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, учите английский, приходите к нам на обучение по курсам Cisco, по Linux, по Python. И, соответственно, все будет классно. Сдаем сертификацию, мы помогаем с трудоустройством, но для этого вы тоже должны что-то делать. Хотя бы вот что мне нравится в Lingualeo, он вычисляет. Он вычисляет, когда вы едете на работу, и он начинает утром вам писать: «Разомни лапы». Едете в транспорте, разомните лапы. Вот это элементарные вещи, но они очень сильно помогают в сертификации. На этом все. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Всем пока, до встречи.